Всем привет! Сегодня будет очень интересное видео, потому что сегодня нас ждет очень-очень интересный день. Я запланировала семейную фотосъемку вместе с Женей, с Давидом и с Белькой. И это видео я делаю совместно с компанией Vela, потому что сегодня во время фотосъемки я буду тестировать лак и пенку от Vela, который называется блеск и фиксация. Когда я выбирала позы, которую я хочу видеть на фотографиях, мне понравились варианты там, где семья валяется на кровати, прыгает, бегает, в общем, смеется, бесится. Мне кажется, это будет очень весело, и также это отличные экстремальные условия для того, чтобы протестировать Vela. На самом деле, я уже очень давно пользуюсь и пенкой, и лаком от Vela, и сегодня я хочу вам продемонстрировать, насколько они хороши. Сняла тюрбан, и давайте вместе с вами нанесем мусс. Для начала нужно, конечно же, встряхнуть флакон и выдавить его на ладошку. Чем мне нравится мусс от Vela? Он не делает волосы жесткими, в отличие от других пенок, которые я пробовала. То есть волосы все равно остаются мягкими, приятными. Он не превращает их в такие, знаете, проволочки, но при этом хорошо сохраняет укладку, помогает добиться прикорневого объема, собственно, к чему я и стремлюсь. Теперь буду сушить волосы при помощи фена и расчески, приподнимая их у корней. Корень я просушила, видите, волосы уже стоят у корней, то есть пенка справилась со своей задачей. Дальше я буду переворачивать голову вверх ногами и просушивать длину. Все, волосы я высушила, они такие мягкие, приятные, но при этом стали более послушные. И, кстати, очень круто, что пенка работает еще как термозащита. Сейчас я буду делать легкие локоны. Мне не нравится вариант каких-то там буклей, кудрей, да, я просто хочу сделать легенькую волну, которая еще немножко подраспустится, и будет супер натуральный эффект. Делать я ее буду при помощи утюжка. Это такая моя ежедневная укладка, которая занимает буквально 5 минут. Все, я беру по прядочке и начинаю крутить от лица. После того, как я накрутила этот слой волос, я сбрызгиваю его хорошенько лаком. Так немножко еще взбиваю волосы, чтобы зафиксировать. Отделяю второй ярус. И так прядь за прядью у нас получается легкая, красивая укладка. Вот такая объемная укладка у меня получилась. В принципе, если ее не расчесывать, она будет такой оставаться до конца дня. Но я хочу более натуральный эффект, поэтому, когда я приеду в студию, я волосы еще хорошенько расчешу, чтобы просто была такая естественная, живая, натуральная волна. Все, контрольно сбрызгиваю лаком, чтобы все хорошенечко держалось. И направляемся с вами на съемку. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I'm at you. Постельные сцены готовы? Анжелика и Чупак. Дубль один. Это Леночка, стилист. Помните, Леночка с нами снимала беременную фотосессию, и Юля фотограф. Зайка, мне кажется, что у сынка 10 подбородков в тебя. Вот не завидуй. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the... Как Vela пожелает. Какая Vela. Девочки, здравствуйте. Меня заставили все это делать, если что. Я был против. Да, да, мы видим, как тебе не нравится. Ты против цвета. И отлично выгляжу. Да. Зайка, тебе не маловато? Тебе никто не говорил, что у тебя? Что я странный? Да. Все. Вылазь из детской машинки, сломаешь.
Cause if you want somebody else, who am I to judge? I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the summer. Ёмка, получилось очень классно, девочки, спасибо! И мальчики! Ну что, мы закончили. Объемчик у меня, как можете заметить, сохранился. Надеюсь, вам понравилось проводить время вместе с нами. Женька, тебе понравилась съемка? Гав. Да. Щенок, а тебе понравилось? Гав-гав. Зато у нас будут теперь крутые, прикрутые фоточки, которые мы будем вспоминать, смотреть и вспоминать, как все это было. Самые и постить первые, в Инстаграм. Да, самые первые месяцы жизни Давида. Вот, надеюсь, вам понравилось с нами проводить время. Не забывайте ставить ваши пальчики вверх. Все, всем огромное и спасибо. И там колокольчик, и там подписаться, а там лайк, и там все. Пока. When